на юг Италии и зовет нас посмотреть его в прямом эфире. Вали в обороне играет с Маносом. Пени вместе с Жилинским в центре полузащиты. Какие недостатки у расстановки с одним форвардом? То, что он всего лишь один, в первую очередь. Кончилось тем, что вратаря простили, а судья купил в его магазине очки. Гости сегодня в таком составе играют. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. Он накручивает соперников одного за другим. По мячу попал, а вот поворотом... Жилинский. На юг Италии и зовет нас посмотреть его в прямом эфире. Вали в обороне играет с Маносом. Пени вместе с Жилинским в центре полузащиты. Какие недостатки у расстановки с одним форвардом? То, что он всего лишь один, в первую очередь. Кончилось тем, что вратаря простили, а судья купил в его магазине очки. Гости сегодня в таком составе играют. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. Он накручивает соперников одного за другим. По мячу попал, а вот поворотом... Жилинский. На юг Италии и зовет нас посмотреть его в прямом эфире. Вали в обороне играет с Маносом. Пени вместе с Жилинским в центре полузащиты. Какие недостатки у расстановки с одним форвардом? То, что он всего лишь один, в первую очередь. Кончилось тем, что вратаря простили, а судья купил в его магазине очки. Гости сегодня в таком составе играют. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. Он накручивает соперников одного за другим. По мячу попал, а вот поворотом... Жилинский. На юг Италии и зовет нас посмотреть его в прямом эфире. Вали в обороне играет с Маносом. Пени вместе с Жилинским в центре полузащиты. Какие недостатки у расстановки с одним форвардом? То, что он всего лишь один, в первую очередь. Кончилось тем, что вратаря простили, а судья купил в его магазине очки. Гости сегодня в таком составе играют. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. Он накручивает соперников одного за другим. По мячу попал, а вот поворотом... Жилинский. На юг Италии и зовет нас посмотреть его в прямом эфире. Вали в обороне играет с Маносом. Пени вместе с Жилинским в центре полузащиты. Какие недостатки у расстановки с одним форвардом? То, что он всего лишь один, в первую очередь. Yeah.
кончилось тем, что вратаря простили, а судья купил в его магазине очки. Гости сегодня в таком составе играют. Этот тренер